Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сейчас мы с вами давайте рассмотрим еще один инвестиционный калькулятор. Тем более тот, о котором я как-то рассказывал, вроде уже и не работает. И в отличие от прошлого ролика, сделаем это в привязке к одному конкретному сайту, чтобы было, пожалуй, более наглядно. Итак. Вот этот калькулятор, который работает нормально, прилично, корректно, рассчитывает 4 вида вкладов, ипотеку рассчитывает, автокредит и вот это вот инвестиционный калькулятор, который нам, ну как работающим в интернете и пытающимся зарабатывать, нужен. Если вдруг у вас открылось что-то другое, просто кликните вот на эту картинку и у вас появится именно тот калькулятор, который нужен. Вот калькулятор вкладов. С самого начала давайте вот посмотрим на его настройку. Поскольку большинство проектов, с которыми мы работаем, долларовые, вот через это выпадающее меню выбираем знак доллара. Срок. Срок ставим месяц. Тут есть два выбора: срок, месяц и лет. Оставляем на месяц, но под ним подразумеваем день. Процентная ставка. Опять же, вот эта процентная ставка у нас переделываем в месяц, потому что мы сейчас чуть попозже будем рассчитывать именно сколько в день процентов нам начисляется. Капитализация. Капитализация — это то есть реинвест, репуша, с которым мы делаем. Ну, здесь тоже есть выбор ежемесячно, один раз в два месяца и так далее. Да, вот разный выбор. Но мы оставим ежемесячно. То есть ежедневные начисления мы реинвестируем. Сейчас ну, такой пример рассмотрим. Здесь налог. Его ставим без налога. Не будем его учитывать. То есть просчитываем чистый доход. Вот такая настройка самого калькулятора. Сайт, с которого будем брать данные, вот этот вот, допустим, Rocket Refresher. Обычно в этих сайтах вот по разделению доходов, о них я рассказываю в основном. Вот сами пакеты. На данном конкретном сайте их три категории и 3% прибыльности. Вот 150%, 150%, 55% и 161% доходности. Ну и соответственно вот их цена. Ну поскольку у меня в этом проекте все пакеты 1-долларовые, вот у меня доходность 150%. Здесь один такой нюанс. Ни один уважающий себя админ не гарантирует ежедневных начислений. Вот что начисления будут конкретно 3% в день. Этого быть не может, потому что этот процент зависит от так называемого бассейна доходов. Он может меняться каждый день и даже каждый час. Вот эти начисления, они должны меняться. Должны или увеличиваться, или уменьшаться. Потому что это живой организм. Если, вот насколько я знаю, вот этот вот сайт, Ullmans все его называют, но он Ullmans, неважно. Он конкретно обещал, здесь, по-моему, 2,8, здесь 3,2 на этом пакете и так далее. Что каждый день вот такой-то процент. Он, по-моему, и полтора месяца не проработал. Сейчас уже здесь проблемы. Уже здесь проблемы. Я вот смотрю по обзорам. Кстати, вот и регистрации всего 86, а было по 1000 в день. То есть, еще раз, да, давайте вот запомним все для себя, что фиксированного процента в таких проектах не бывает. Фиксированного процента начисления. Если он есть, значит это
Хайп – это он может соскамиться хоть через час. Итак, но нам все же надо узнать, да, вот сколько в реальности, вот исходя из предыдущей серии, сколько в реальности насчитывает, начисляет сайт, ну, допустим, вот сегодня, вот так, да, вот на данный момент. Или можно это посмотреть за неделю, сколько начисляет, чтобы какое-то представление о начислениях у нас сложилось. Ну, это вот кабинет на этом сайте. Вот смотрите, у меня сейчас вот 5 пакетов отработало, осталось 15, ну то есть $15 в работе. Расчет будем делать с этого. Для того, чтобы узнать вот реально, сколько вот сейчас на сегодня, на данный момент рассчитывает, начисляет этот сайт, на этом сайте вот надо пройти по вот этим двум кликабельным ссылкам. На других сайтах эти начисления видны с других ссылок, но они обычно видны, сколько нам начисляется. На сайтах этого скрипта вот именно с этих двух вкладок. Вот кликаем по этой вкладке, по этой вот ссылке так называемой, да, она кликабельная. У нас открывается вот сколько нам начисляется на кэш-баланс. Это баланс для вывода. Вот он. Вот здесь у нас каждый час видим, сколько начислений, какие начисления идут. Вот 0 целых. Давайте откроем калькулятор сразу и записываем 0,0, вот, и берем последнее, самое последнее начисление 0,221. Правильно, правильно. Это 70%, вот они, которые нам пошли на кэш-баланс, то есть на баланс на вывод. Следующее вот с этой вот вкладки. С этой ссылки, это не вкладка, но ссылка, кликаем и смотрим, сколько начислилось нам на repurchase баланс. Вот кликаем по ней, открывается вот это repurchase баланс. Смотрим опять же последнее начисление, вот 30%, это у нас плюсуем 0,2095. 95. Получаем вот это начисление за 1 час. Умножаем это на 24, то есть количество часов в сутках. Получаем вот такое вот число. Мы все сделали правильно? Надеюсь, все. Так оно и есть, да? Все мы взяли правильно. То есть 75 центов в день идут начисления. Это у меня вот на этом сайте. Далее. У меня вложено $15. $15 это, если вот нам надо рассчитать, какой процент 75 центов составляет от $15. И таким образом мы получим то, что нам начисляется в день. Это вместе с телом вклада. Вместе с телом вклада. Это у нас получится где-то в районе 5%. В районе 5%. Давайте я сейчас себя проверю. 15 умножить на 5%. Да, 5% в день вместе с телом вклада. Вот на данный момент идет начисление. Это мы усвоили, что запомнили. В день 5%. Теперь переходим в наш калькулятор. Вот именно на этих пакетах вот 5% в день идет начисление на данный момент. Теперь сюда вот сумма депозита. Ну, вбиваем именно ту сумму, которая у вас.
И опять еще раз повторю, в других роликах говорил, вот у меня минимальные суммы. Вы можете, допустим, вот $100, хотите 300 запишем, ну любую цифру запишем, там, ну $300, да, допустим, что побольше хотите вложить. И даже процент начисления в случае с $300 у вас будет там побольше, потому что общий процент выше, но все равно давайте посчитаем по минимуму, да, допустим 5%, потому что я реально не могу сейчас сказать, сколько будет при таких пакетах, вот при этих, потому что у меня их нету. И здесь срок нам надо выбрать, допустим, и, ну, когда прямо вы вложили и ждете вывода, тут этот калькулятор не нужен, он нужен тогда, когда вы хотите сделать реинвест. Если процентная ставка, вот которую мы только что высчитывали, 5%, да, вот сама процентная ставка, это будет, и сюда мы вставляем срок, на какой срок. То есть если мы хотим как-то наращивать, ну допустим 30 дней пусть все идет на реинвест, да, вот скажем так. Сюда записываем, вот один месяц мы делаем чисто реинвест. Капитализация, естественно, вот ежемесячно, потому что каждый день то, что будет начисляться вот на эти $300, это будет $15, да, вот по 5% посчитать. И мы каждый день будем перепокупать там 15 1-долларовых, допустим, пакетов. И все это пускать в дело. И вот кликаем рассчитать. Все, вот запомнили, да, вот эту табличку. Дни можно уменьшить, можно, допустим, на 15 дней. Допустим, 15 дней мы делаем реинвест. 15 дней. Это уже каждый для себя может рассчитать. 15 дней делаем реинвест, и через 15 дней начинаем выводить прибыль. А там, что пойдет на репуршес, опять перепокупаем. Но это уже надо будет считать. Вот именно цифру, которая число, сколько у нас на репуршезе будет, только вот на этом балансе будет накапливаться, вот здесь просто перемножить и посчитать, это ставить на перепокупку. Ну, допустим, вот 15 дней мы все перепокупаем, кликнули на рассчитать, и калькулятор нам рассчитывает, что через 15 дней у нас на общем балансе будет $593. Ну вот эти хвостики давайте не считать, потому что, ну, мы их не сможем реально перепокупать, да, за 70 центов там ничего не купишь, за 29. Ну, округленно 590. То есть через 15 дней за счет реинвеста у нас прибыль будет составлять не, ну вот, да, вот конкретно мы видим, вот на счету у нас будет вот столько. Вот и вот такой расчет. Это уже, как сказать, итоговый, это уже когда все мы сняли. Вот это последний день у нас отработал, вот этот на 15-й день, вот 5900. И они тоже отработали, принесли свои 29.70. И вот мы сняли. Итого $623 мы сняли на 16-й день. Ну, это типа как вклада. Мы пришли в банк и забрали свои деньги. Ну, естественно, в этих сайтах такого нету. То есть на 15-й день у нас вот столько будет в работе. Точнее, на 16-й день вот столько мы оставим в работе, и 29.70 начнем выводить уже свою прибыль. Минус репуршес. Минус репуршес. Вот 30%, которые идут на перепокупку. Вот эти. Это 70 на кэш-баланс, а это 30 идет на репокупку. Таким образом. Можете поменять. И здесь вот пишется тоже вот не только вот здесь по дням все видно, а здесь вот итог.
Вот сумма, и того вот столько. Вот так работает данный калькулятор. Еще раз, вот этот процент, который мы сейчас взяли, который вот сегодня составляет 5% ежедневных начислений вместе с телом вклада, он не может быть постоянно таким. Он не может быть в рабочих, живых проектах, он постоянно меняется. Но какая-то средняя цифра все равно есть, какая-то средняя процентная ставка существует. Она не такая уж, колебания не такие большие, но они все-таки есть. И вот, где их нету, они вот такие. Ну вот на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.